Видимо, сдохнут. Скажут. Чего ты трогаешь? Чего ты меня трогаешь, скажи? А? Погладить хочешь? Скажи, я не ручная тебе. Сенаж такой, полусухой, с октябрьской отавы. А так едят. Так. Да я уже не много раз снимал это все про отаву. Как едят они. Баран племенной он стоит. Он не мой, я убрал. Ну, это послабее, второй у меня. Как бы посильнее. Ну, так что-то ковыряется он. Старая выходит. Иди, мой желтый, иди. На, иди быстрее. На. Сейчас сушки дал. Так они меня облепили. На. На, иди быстрее. На. Обманул. Пойдет, не смотрит на меня. Сушек мало дал. Иди. Иди быстрее. Иди. Баран. Бодаться ему надо. Иди. Вот так вот. Еще. Еще это. Еще это у тебя. Что, на меня нападать, что ли? Дерется со мной. Ну, такой слабоватый. Тут такой помощник, конечно. Вот так он выглядит. Романовец. Ну, какая грива у меня. Иди. Иди ко мне. Это 3 года ему. Вот так, девчонки. И мальчишки. Мелочь прыгай. Иди. А? Мелочь. Вот. Чистые романовки. Не мешавшие ничего. Ягнята. Сколько я? 10 лет уже держу больше. Наш покажу. Вот сейчас быков кормим. Он маленький такой. Посырей и кисловатый. Вот такой. А вот это вот с отавой. Он как бы не дошел или не успел дойти. Что-то они поставили его на торец. И дерут. Плохо на торец. Надо ложить. То есть, чтобы он лежал вот так. И так сверху разбирать туда-сюда будет легче. А вот так вот, если на торец ставишь, то приходится все драть вилами. Ну, то есть, тяжеловато. А там он как бы до середины доходишь, и он слоями как бы разбирается проще. Ну, вот так вот. И овцам чередуем там. Больше стараемся давать сенаж. Но они как бы и лучше его едят. Сенаж, так что больше его и даем. Отходов после сенажа практически нет. По сену отходы, конечно, есть. Потому что все-таки какие-то палки, какие-то трубка, еще что-нибудь остается. Сенаж как бы весь подбирает. Вот он стоит, ест. Баран такой. Трехгодовалый я брал его в покрове 3 года назад, то есть им по 3 года сейчас. Они племенные, как бы.
линия и как бы есть у меня какие, чего и как. Но без документов, то есть. Как бы вот так вот. Ну, его найдет. Это такая мамка. Идет от меня ко мне. Ну иди, иди, можем вот иди. На, обманывай что-то. Обманывай. Такая толстая. Это она, ну, толстая не из-за того, что она там покрыта, а вот как бы вот такие они есть. Ну, скорее всего, на вымени. Нет, гуляют он две, обе. Гуляют или принесут. Нет, та-то молодая. Скорее всего, гуляет. А так вот. Ну, это такая мелочь. Она не подходит ко мне, не знает. Вон эти прыгают. На улицу мелкий сразу план не выходит, то есть дверь сейчас оставлю до вечера открыто. Ну вот кто хочет, так мелкие так выходят, а основные то не выходят. Там вышло сколько у меня, 2, 5, 6 штук больших, а мамки основные сидят там, вот так прыгают, а зажничают мелочи. Ну вот такой вот нос бывает, проскакивает там у кого-то. Вот уже бараны прыгают друг на друга. Вот таких вот баранов есть, вот по 4, по 5 тысяч я их отдаю. Но сейчас цены как бы поднялись, уже по 5 надо вот таких вот. То есть до полугода где-то. Ну вот этот постарше, по-моему, ярко. Так, вот, наверное, от 5 сейчас уже буду продавать такие баранчики. Полугодовалых. Потому что зерно у нас 20 рублей уже. То есть вот это сегодня 2 января. Зерно сейчас у нас продают. А зерносмесь я, кукуруза, семечко беру 22 рубля уже. Хотя на рынке 650 у нас баранина. Постольку я, конечно, не продам, не смогу продать. Ну, хотя и особо даже живым весом, как за мясо, и то не продать. То есть, ну вот смотрим вот это вот